Какова глубина Байкала, кто и как ее измерил. Более 300 страниц о глубочайшем озере на планете. Книга-энциклопедия «Байкал в вопросах и ответах» увидела свет в 6-й раз. В рамках социального проекта «Библиотека Добрый Свет» ее выпустила компания «Евросипэнерго». Новое издание приурочено к юбилею автора. Академику Российской академии наук Григорию Галазию в этом году исполнилось бы 95 лет. Эту книгу подготовил его близкий друг и коллега Григорий Матишенко. Кандидат биологических наук рассказывает, хотел оставить первоначальный текст автора или хотя бы его часть. Однако нововведения в книге все-таки появились. Я не вправе был менять что-то там. А так, если где-то были какие-то изменения в гидрохимии, допустим, в гидрохимии есть данные за 2016 год даже, потому что гидрохимия, она более динамична. В новом издании теперь есть глава «Озера» и приложение. Качественные иллюстрации отражают каждый вопрос в книге. «Байкал в вопросах и ответах» уже появляется в социальных учреждениях и детских домах Приангарья. Совместно с «Евросипэнерго» проект «Библиотека Добрый Свет» реализуется Иркутским отделением Российского детского фонда. Лучшие книги сибирских писателей призваны прививать любовь к родному краю. Издания предназначены для детей разного возраста, от малышей до подростков. Сошлись два мнения, два желания вот «Иркутскэнерго» и детского фонда, что необходимы какие-то специальные издания. Хорошо бы, чтобы это были наши большей частью местные авторы. Это желанная очень книга, очень актуальная, очень значимая. Она никогда не потеряет эту актуальность, потому что написана, как уже все отмечали, таким доступным языком. Дети читают вопросы и читают очень доступный ответ. Тираж в 2000 экземпляров 6-го издания меньше, чем у первой книги, которая вышла в свет в 1984 году. Однако менее популярной не стала. Вот и сегодня на презентации все экземпляры разобраны. Продаваться эта книга не будет, но прочитать ее сможет каждый. Энциклопедия о Байкале Григория Галазия уже появилась на полках библиотек. Александра Турчининова, Александр Барановский. Новости сейчас.